Все это вместе, это цикл программ. Я думаю, что сегодня мы такую самую простую программу возьмем. Она называется «Первые в России, впервые в царском селе». Потому что есть те исторические факты, которые впервые в царском селе, вам все сразу скажут, железная дорога, ну и там целый центр. И у нас там еще не такая программа. Она самая легкая по поведению, потому что это будет викторина.